жизнь. Жизнь – это путь, наверное, который пройдем мы все. Может, ты не видишь опасности, но она повсюду, повсюду. Привет, ребята! Сегодня я вам расскажу, без чего не обходится ни одна 3D-печать. Вот эта штучка. В качестве растворителя я иногда использую ацетон. Вот, видишь, как она? Вот, значит, нет, работает. Ну, можно, нормально, блин, ну, сами было рукой. Ну, только вот эти головы всем взять. Говори громче. То есть легко дышится, да? Свободно. Да. Вот так в нем и работать будешь. Я не знаю, как это будет напряжение, но если бы пустить. Ну понятно. Нет, это не для работы, это для того, чтобы просто это. Ты главное теперь не снимай, так и ходи по станции. Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь? Иди нахуй! Что, простите? Иди нахуй! Что, вы противогаз снимите? Где наши, говорю? Ходи, тусоваться. Детки мои. Сумочка вместительная, пойдем. Ты вообще как в шоке. Привет! Снегурочка! Уже не хочу! Снегурочка приехала прямо из Челябинска. Чернобыля. Да, а потом она была в Чернобыле, а потом приехала сюда. Слушайте, вы сказки пишите обо мне. Не пугай детей. Если на него посмотреть, у него глаза просто... Мы с ним подружились. Ой, детки, тебя... Телефон,